мешают царевны. Рыцарь ордена Заколки. Эх, и никто не вспомнит, и никто не поздравит. Под моим, можно сказать, руководством. Вот. Но девочки все делали сами. Прекрасные тюльпаны. И на какое место в конкурсе мы рассчитываем? Кощей Кощеич, но это же очевидно. Первое, конечно. Да? Мы еще ни разу не занимали первое место. Конечно, потому что ни разу не участвовали. Действительно? Ну что же, первое не первое, а цветы выглядят замечательно. Выношу благодарность наставнице. Ну что вы, они сами, сами. Почта, что ли? Надо же, открытка поздравительная. От кого бы это? Дорогая ты наша. Вот Гермотеи, дорогая, дорогая надо. Учит их учит. Поздравляем нашу любимую старушку с днем рождения. Что? Так это ты писала? Ага, вот значит как. Мне всего 280 лет, а я, выходит, уже и старуха у тебя. Забери свою открытку. Ой, девочки, вдруг мы и впрямь возьмем первое место. А я думаю, Марлен нас просто подбадривала. Это же конкурс цветов среди всех школ волшебства. Неужели вам в самом деле важно, какое место мы займем? Конечно. Да цветы вообще для другого. Для чего же? Чтобы рыцари дарили их прекрасным дамам. Какие еще рыцари? Ты книжек начиталась, что ли? Хотя бы и книжек. А что плохого? Красиво же. Да, вот учились бы с нами мальчики. Ой, мальчики, мне братья ни разу цветка не подарили. Да, рыцари теперь только в книжках остались. Жалко. Девочки, смотрите. Рыцарь? Как это? Варя, это ты наколдовала рыцаря? Чтобы подшутить надо мной, да? Ничего я не колдовала. Ага, так я тебе и поверила. Ну и пожалуйста. Девочки, не ссорьтесь. Он идет к нашим цветам. Так, он хочет подарить их. Девочки, ну при чем здесь я? Наши цветы, бежим. Не успели. Как же это? Сорвал и исчез. Что же получается? Цветы он не для меня сорвал? Шш, слышите? Что-то лязгает. Это он. А откуда здесь избушка? Это она их сорвала! Рыцарь спасает наши цветы! Арчи! Так, все понятно. Он подслушал наш разговор и залез в рыцаря. Даша, но он же хотел сделать нам приятно. Да. А то, что у нас конкурс, об этом он не подумал? Вот это да! Арчи! 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 Ура! Наши цветы спасены! Арчи, ты молодец! Ты настоящий рыцарь! За это мы, царевны Дивногорья, жалуем тебя орденом этой... как ее? Заколки! Угу. Ура! 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 Девчонки, у кого есть заколка? Зачем? Ну, вместо ордена. Вообще-то, орден – это почетное сообщество, так что заколка не обязательно. Нет, для нашего ордена обязательно. Спасибо, Арчи. Арчи, ты молодец. Девочки, смотрите, эта избушка потеряла. У Бабы-Яги сегодня день рождения. Выходит, избушка хотела ей подарок сделать? Я погорячилась тут маленько. Так что спасибо тебе за поздравление. Мы вот тут
решили... С днем рождения! Не пугайтесь, это рыцарь ордена Заколки. Мы с ним вместе вас поздравляем. С днем рождения! Вот спасибо, так спасибо. А у меня, как назло, в доме хоть шаром покати. И угостить вас нечем. Но сейчас мы быстренько суп из пиявок соорудим. Вы же любите суп из пиявок? И таким образом угол АБС будет равен углу САБ. Вот, собственно, и все доказательство этой теоремы. Все понятно? Все понятно. Прекрасно. А скажите, суп из пиявок вам понравился? Нет, мне просто любопытно. У нее пирожные были, эклеры всякие, корзиночки. А мне торт Наполеон очень понравился. Привет, мы царевны. Подписывайся на наш канал.